вами Кинг. Ребята, сегодня мы поиграем в Shadow Fight 2. Кукловоду, кто хочет поиграть в первую дуэль без оружия? Ребята, по-моему, нас надули. Извините. Ниндзя. Ах, наши ниндзя. А делать как ниндзя. Ну, не умеющие драться как ниндзя. Нам даже не предоставили сюрикены. Иди гуляй. Ниндзяка. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. Но умелый боец. Но не умели нас, ребята. Вот вам. Вот вам говорю, извините, ребят. Хотел вот тебе. Ну, хотя вот вам можно сказать, что... Вот вам. Не знаю, в каком смысле можно сказать, что... Вот так можно играть. Эй. Ну, хотя это вас обидит, так что... Ни в каком смысле. Опа. Ну, ей можно сказать. Вот тебе. Опа. Она... Чертовски хорошо дерется. Ребята, мы снесли это с одного удара в голову. Интересно, когда мы дойдем до Сёгана? А потом... Хотя Титаном нам будет очень трудно сражаться. Вы знаете, да, у него телохранители. Боссы. А с боссами... Не интересно драться. Не интересно, то есть очень страшно будет нам. Пусть они будут его телохранители. Опа. Вот тебе. Вот. Вот. Ой-ой. Бобо будет. Бобу. Ну, а им ей мы сделаем. Пока-пока. Сказал пока. Пока. Ку-ку. Ну, вообще. Бум. Бум. Эх, ты меня разозлила. В голову один, да. Хотя и не в голову нужно было. Выиграли. И сейчас будем играть нашего любимого кукловода. Куклы будем, так сказать, нормально. Проиграешься, выйдешь. А вот это уже меня расстраивает. Проиграешься, выйдешь за красную зону. Мне это ищет, потому что у нас одинаковое оружие, так что мне нельзя, мне только обычные удары. Ни вперед, ни назад. Но назад можно. Ай, блин, ай, блин, ай, блин. Да падай, 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 падай. Ай, да, ребята, извините. Я не знал. Ненавижу то, когда сдерживаться. Проиграешь, если выйдешь за красную зону. Самый трудный. Ай, черт. Охренеть.
Не верю. Ну что же ты, друг мой? Это никуда не годится. Вот что, попробуй-ка еще раз, билеты у тебя еще есть. Откуда мне билеты? Безумно. Ну, будем здесь сразу. Хоть и безумно, но нету красной зоны. Там как будто безумно. Но безумно мы проиграли в той, можно сказать, потому что безумно красная зона там очень трудная же. И его легче будет выиграть. Дай слово. Ну, может быть, кое-какие проблемы. Большие проблемы могут быть. Очень большие. Еще критиков? Это ровно все мои удары, если все колбы пошли. Что бы с ним было? Надо, кстати, оружие более сильнее. Но мы купим сейчас мечи, которым в 1000 раз сильнее. Ну, повезло. Никуда не годится эта роль. Оп. Чё? Ребята, вы это видели? Я пошел не сделал так, как он опять же. Это чё, баг игры? По-моему, это был баг. Вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе, вот тебе. Все мои удары. Вот тебе. Вот. Эти. Эй, ты бьешь по больному месту. Не бейте туда. Ребята, знаете, да? Кто-то играл, даже если не видел этого. То есть он нужно много здесь ударить, только это критика уйдет. Не верить, попробуйте. Я хочу для вас это показать, только не знаю, получится в это время или нет. Именно в это время ударить, когда он поднимет ногу. Клёво. Помогай шлем монаха. Опа, опа. Ты меня расстроил. Если бы он был бы в восстановлении здоровья листик, а тот круг со звездочкой, тогда бы он бы нас еще раз ударил два раза. Но мы будем сражаться. И сражаться. Победа за нами, ребята. Надеюсь. Опа. Да перестань меня злить. Ой. По-моему, он любит туда ударить. Иди, блин. Опа. Хоть и восстановление, но это мне не поможет. Если он мне не попадет, то это наверняка поможет. Не попадай, не попадайте. Я должен тебя выиграть, а не ты меня.
Давай, давай, давай. А если бы это был бы пригением? Если бы он ударил нас регенерацию, то мы бы регенерация бы нам помогла. Эх, надо у мальчики, не надо было строить столько. Ну хотя, ну нам помог против груди. Файл слайд. Ненавижу все файл. А мне нельзя было файлстрак. Прикольно. Когда вставай. Молодец. Молодец. Надоело уже звездочками метаться. Нет, ребята. Ноги. Еще по голове давать. Хоть. По-моему, он это уже знает. Восточные сабли, оружие, если знаете, что у мясника открывается. Ох, какие они крутые. С ними кого угодно выиграешь. Ты сюда иди, все равно будешь попадать. Перейдем-ка к мяснику и покажу, как можно с этими оружиями. Как странно, он это не да? Но все равно он нас выиграет. Но, ребята, это кого-то удивляет. Это против ба. Спасение попытка, ребята. Нет, даже у меня уже времени нет, мне уходить надо. Ну, просите в следующей серии, я снимаю. Ну, так. А что я должен сказать? Ребята, всем пока. Не забудьте подписаться на мой канал и ставить лайки. Всем пока.